Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня на нашем канале мы будем снимать игру Мишку Фредди. Канал это не мой, это моей подруги Лены, но сегодня она, к сожалению, будет играть. Она сегодня будет играть, и поэтому я буду снимать. Вот она. Ну, давай, начнем. Я думаю... Страшная сла... Можно уже звук выключить? Давай. Все. Итак, начинаем. Все равно страшно, блин. Так, значит, до 2 часов никогда не будет, можно не волноваться. Слушай, после 2 часов надо... Бояться. Просто бояться. Значит, мы сейчас ничего не делаем. Факт то, что это надо стоять. Когда 12 часов только, надо просто стоять, потому что энергия будет долго держаться. Ну, по крайней мере, до 2 часов. Ага, до 2 часов. Она все равно будет уменьшаться. Что это самое плохое? Да, но у нас уже 2% ушло. Вот, смотрите. Нет, не 2, больше. 2, ну, 5 уже ушло. 5. Как-то мне страшно. Тебе не страшно, нет? Нет. И вот, давайте посмотрим камеры, все равно никто не выйдет. У меня все зависло. Посмотрим, ну, вот если тут все... Маринетки тут нету. А, точно. Знаешь, почему у тебя все время вот так вот заходилось и выходилось? Почему? Потому что вот я же не нажимаю, и оно все равно заходится. Видишь? А ты... Мне кажется, сейчас будет страшно. Ну, представьте, вот во второй части, вот, нечестно, я, конечно, понимаю. Там хотя бы... Ой, зачем я закрываю? Ну, давайте пока просто поговорим, все равно никто не выйдет. Все равно страшно, как будто с тебя сейчас сзади нападет кто-то. Ну, в первой части, конечно, если энергия больше будет, а то у меня все даже... Выключаем? Нет, нет, нет. Вы видели это? Давайте лучше закроем двери. Я не знаю, что это было. Я чуть не умерла со страха. У меня это горле был очень комой. Страшно. Давайте посмотрим, все ли на месте у нас. Я чуть не обкакалась. Мне кажется, у Бонни нет глаза. И у Чики нет. У Чики есть. Блин, сейчас брым-брым, как бошку повернет. Страшно вообще. В следующий раз будет играть. У нас еще будет вторая часть. Вторая часть у нас будет, но буду играть я. Ага, а то лучше тебе тоже такое померещилось. Ты видела эти все бошки Фредди, Бонни, я ж прям чуть... Стрелы такая. У меня тоже не глюки. Ты тоже это видела? Нет, мы все это, думаю, видели. Угу. Может, лучше мне закрыть дверь? Нет. Как-то страшно мне становится. Ты видишь, сама говорила, что до 2 часов никто, по крайней мере, не выйдет. Во второй части тоже никто не должен был выйти до 2 часов. Но нас... Даже на телефоне. Но нас напугали, по крайней мере. Во второй части кто? Кто, Боня? В частности, напугал просто Бонни. Бонни? Чика? Во второй части нас просто... 2 часа. Напугала... Пиздец. Чика. Нет, 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 все плохо. Все плохо. Мы должны были удалить это видео, ну потому что оно некачественно было снято. Ага. Я боюсь, что у меня такие глюки будут. Вот если у меня сейчас будут глюки, Настя, ты будешь снимать, понимаешь? Потому что шоу Боня. Бля. Ну, блин, он не может. Я так боюсь, да? Видели ту голову Бонни просто? Давай лучше ты, Настя, будешь играть. Ну, давайте мы подменимся. Итак, посмотрите. Можно я лучше буду через телефон? Потому что через телефон не страшно. Хорошо. Так. Бонни найди. Так, я его ищу. Я Бонни ищу. Ищу. Блин, ну это звук включи. Ищу Бонни. Мне страшно, я выйду. Не надо. Мы должны с тобой не бояться. Посмотри, вторая дверь у нас закрыта.
Ну, пока у нас закрыто. Сейчас 30. Посмотрим. Не надо. Выключи свет, а то у нас уже красные пределы. Ну, у нас уже 2 часа ночи, мы держимся. Но если мы выйдем из игры, то потому что у нас 3 часа ночи. Я думаю, что у нас не продержимся. Или найди кого-нибудь. Ё-моё, Чича. Ну, Чика, но просто когда ты видишь эту морду, ты говоришь Чича, это просто страшно. Вот. Поймите, нас кто-то может сейчас напугать, поэтому, извините, когда будет 0%, мы просто категорически должны выйти, потому что мы не сможем снимать. Ну, вот представьте, ну это же страшно, ведь только, наверное, 25% людей не боятся эту игру. Чичка ушла. И у нас 19%. И не факт, что мы сейчас выиграем. Мы вообще, наверное, не выиграем. И нас могут напугать. Но у нас всего лишь 16%. И 3 часа ночи. И я не знаю, сейчас будет уже 4 часа. Я не знаю, продержимся. Мы 2 часа на 13%. Нет, не знаю. Точно нет. Не факт. Вот. Мы не продержимся, потому что у нас уже... 11. 10. Ну, может быть, мы уже выйдем. Нет, мы будем снимать до конца. Нет! Сама снимай, когда нас пугают. Самое интересное, когда нас пугают. На, смотри. Ну, сама снимай, я боюсь. 4 часа ночи. Да? Да. 3. 2. 1. 0. Мы выходим. Извините, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.